Первый в очереди на прием к главе округа Олег Кузнецов, основатель спортивной школы «Боец». О ней пришел похлопотать. Требуется содействие в проведении ремонта и помощь с транспортом, отвезти воспитанников на мероприятие в Волоколамский округ. А еще Олег Кузнецов – участник СВО. Чем можем помочь? Я так понимаю, что у вас тренерская, да, деятельность? Ну, я тренируюсь, и тренирую, естественно, то есть на мне все. Как бы, а школа как ваша называется? Боец, все, школа «Боец». Внимательно выслушав, Андрей Робертович накладывает положительную резолюцию на бумаге. Спортсменам помогут. Встав, как говорится, из-за стола, Олег Кузнецов дает небольшое интервью. Рассказывает не о том, в чем нуждается его школа, а о том, что он развивает кёкушин карате. И не надо его путать с обычными рукопашниками. Кёкушин карате – это боевое искусство. Слово «искусство» – основополагающее. То есть искусство дает возможность человеку реализовать качественную технику, которая будет эффективна в бою. А рукопашный бой не подразумевает вот именно искусство. Там задача победить противника в рамках правил. Люди пришли к чиновникам с вопросами образования, развития спорта. Отдельно поговорили с активистами микрорайона «Восточный». Те попросили организовать там круговое движение, наладить постоянный вывоз мусора с остановок общественного транспорта. Все вопросы зафиксированы и взяты на контроль. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».